Открытие прошло на хорошем уровне. Все приехали, откликнулись. Наши коллеги из региона Сибирского федерального округа, вузы города Омска точно так же нас поддержали. Полный зал наших коллег, которые занимаются воспитательной работой. На самом деле очень большие ожидания. Я про «Голос поколения» наслышала очень давно, проходила и на студентов «Голос поколения», но, к сожалению, не смогла попасть. И как раз у преподавателей это уникальная возможность для нас познакомиться, в первую очередь для меня, с новыми форматами, которые мы сможем внедрять в работу со студентами. Общение, новые знакомства, безусловно, для того, чтобы обмениваться опытом в дальнейшем. Ну и вот как правильно работать с данными кейсами, которые помогут дальше работать со студентами. Групповая работа нужна, потому что есть такая штука, как называется, групповая мудрость. Когда мы все время думаем сами про себя, это мы как автомобиль, который ездит без зеркал. Едет вперед и думает, что вот это единственная цель, которая может быть и вообще единственный способ. Ну, это акцент на воспитательную деятельность, в первую очередь, потому что образование – это обучение плюс воспитание. Поэтому это главная тенденция – это воспитание и формирование гармонично развитой личности. Не только компетенции, но и гармонично развитая личность. Но уже вот как раз-таки благодаря тем лекциям, которые у нас были, есть какие-то инструменты, которые мы обязательно попробуем внедрить в нашу деятельность.